Подождите. О. Возможно. Это муха? Сам ты муха. Муравей? А что у него крылья? Не, она чистится. Жалко. А что у муравья крылья? Алло. Вау. А где вы? А что у муравья крылья? Максим, я даже могу сказать, кажется, какой-то вид. Подождите. Это сервиформика фуска. Да. Бурый лесной муравей. Это хорошо, кстати. Если бы были волоски, то это была бы формика руфа. Ее бы я тоже отпустил. Ее сложно очень поднимать в колонию. Им нужно коконы подбрасывать. То есть ты ее будешь отпускать, да? Если она крылья не отбросит туда. Откуда у нее крылья? Вот родилась с крыльями. Откуда у тебя руки? Она же летать не умеет. Умеет. Это типа самка? Да. Нифига себе. Это мама. А у тебя пусть она крылья отбила бы, чтобы была колония. А я могу... Лучше бы у нее колония была бы. Лучше бы ты колонию сделал бы. А можно, где можно положить, чтобы ее не забрали?